В Астане проходит церемония награждения премии «Алтын Сапа». Статуэтки победителям вручает лично глава государства. Отмечу, ежегодно лучших выбирают по трем категориям в четырех номинациях. В приоритете качество продукции, инновационные технологии, методы управления и, собственно, результат. В этом году заявки на участие в конкурсе подала 281 компания. По словам организаторов, конкуренция высокая, с каждым годом становится все качественнее и выпускаемая продукция. Подтверждение тому – высокий спрос за рубежом. Более того, с 2005 года доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте утроилась. Сейчас она составляет порядка 34% экономики страны. Специальную премию «Лучший индустриальный проект» получило павлодарское предприятие по проектированию и производству колес для ЖД-отрасли. Самым инновационным названа компания «Антиген» Алматинской области. В производстве медизделий и ветеринарных препаратов против опасных заболеваний предприятие одно из самых передовых. Знаком лучшего качества отмечено и предприятие по производству мяса птиц. Очень рады, что выиграли сегодня приз «Лучший товар Казахстана». Наш проект, в основном, мы хотим масштабировать его по республике. Он создан для того, чтобы личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели, каждый у себя при усадебном участке мог построить такую же мини-птицеферму и мог производить мясо птицы, это бройлер, у себя дома. В данный момент мы объединили 12 ЛПХ в одном кооперативе, но еще развиваемся,